Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Чим живе область». Я Катерина Тригубова і в нашій студії гості. Віталій Куліш, заступник військового комісара, начальник відділу обліково-мобілізаційної роботи Миколаївського ОВК. Ольга Малярчук, голова громадської організації «Об'єднання матерів та дружин військовослужбовців «Оберіг». І Сергій Танасов, голова громадської організації «Спілка військовослужбовців». Вітаю вас в нашій студії. Ну, говорити будемо, як ви вже зрозуміли, про роботу Миколаївського ОВК, про роботу волонтерів і про роботу «Спілки військовослужбовців». Для початку, давайте кожен з вас коротко розповідь нашим телеглядачам, що для кожного з вас є ваша справа. Віталій Миколаївич. Шановні гості, шановна телеведуча, шановні телеглядачі. Я заступник військового комісара, начальник відділу обліково-мобілізаційної роботи Миколаївського обласного військового комісару ряду, підполковник Куліш Віталій Миколаївич. Які заходи здійснюються Миколаївським обласним військовим комісаріатом та районними військовими комісаріатами Миколаївської області. Я думаю, це не таємниця. Всі громадяни. Про це ми трошечки пізніше поговоримо. Що для вас ваша робота? Для вас як для особистості, як для Віталія Куліша, який обрав своєю справою військо? Зрозуміло. Питання. В свій час всі ми вирішили обрати свою майбутню професію. І в 17 років я вже знав, що буду вступати до лав Збройних сил з майбутнім виконанням військового обов'язку. Так, вам подобається те, що ви робите? Ви отримаєте задоволення і натхнення від вашої роботи? І як підтримує вас ваша родина в цьому виборі? Ну, так, звичайно. Скажемо, якщо ми вибираємо свою професію, то ми повинні стати в кінці кінців професіоналами своєї справи. І так, на теперішній час я займаю посаду заступника обласного військового комісара. Значить, займаємося безпосередньо, скажімо так, підготовкою молоді до військової служби, контролем за дотриманням чинного законодавства, з питань дотримання військового обов'язку, таке інше. Дякую, Олечка. Что для меня волонтерская деятельность, да. Ну, на данный момент это жизнь, движение, это будущее нашей с вами страны, это та малая часть, которую мы можем предоставить в поддержку ребят, которые сейчас стоят на Востоке, продолжают мужественно воевать, отстаивать нашу целостность. Это тот тыл, который мы можем предоставить им. Это мой вклад каждого из нас, как волонтера, каждого гражданина своей страны, патриота, в будущее и, самое главное, еще раз повторюсь, целостность нашей державы. Это жизнь. Сережа. Всем здравствуйте. Ну, прежде всего, это социальная защищенность ребят, которые служат или уже демобилизировались, и помощь им в адаптации в этой жизни. Потому что надо определенный период, чтобы адаптироваться к мирной жизни. И вот сейчас один из вопросов – это переобучение, переквалификации, и строить будущее свое, своих семей, ну и, конечно, державы нашей. Спасибо, дорогі друзі. Віталій Миколаївич, давайте продовжимо з вами. Так, закінчилася у нас осіння призовна кампанія. Так, можна вже сказати, наскільки вона була вдалою, як вона проходила в нашій області і взагалі-то по Україні. І наскільки виконано то завдання, яке було поставлено перед нашою областю. Які хлопці, наскільки вони фізично та інтелектуально розвинені для того, щоб служити у сучасній армії? Значить, з одного боку, у нас черговий призов громадян на строкову військову службу закінчився, але довожу до вашого відома, що існує постанова Кабінету міністрів номер 1299/R від 20.11.2015 року щодо подовження терміну призову громадян на строкову військову службу до 20 грудня. Значить, і додатково Миколаївському обласному військовому комісаріату визначений план на відправку до війська ще 59, значить, чоловік. На теперішній час відправлено до війська 500, значить, юнаків,
Значит, на теперішній час Миколаївська область планове завдання щодо призову на строку військову службу виконала. От наскільки у хлопців, от повертаємось до того питання, так фізично і інтелектуально розвинені, тому що з фізичним розвитком були проблеми навесні, так? Лікарі вони виявляли, що у 17-річних, у 18-річних, у 20-річних хлопців, так, є такі вади, які просто не дозволяють служити у війську, а дійсно вони і заважають просто жити мирним життям, навчатися, працювати, здобувати якусь професію. Ну, всі... Чи змінилося? Якщо не змінилося, то чому? Що кажуть лікарі? Річ в тому, що всі юнаки, які призиваються до війська, вони проходять районну призовну комісію. Mm-hmm. Значить, і перед районною призовною комісією одним із складових є визначення ступеня придатності до проходження військової служби в тих чи інших родах військ. Значить, жоден юнак, який не придатний до проходження військової служби, не призивається жодним районним військовим комісаріатом Миколаївської області. Значить, так, є дійсно проблеми на даний час з станом здоров'я призовників. Це, значить, останнім часом значно погіршується ситуація в цьому напрямку. Тут виключно районна призовна комісія, вона підходить індивідуально до кожного юнака. Проводяться індивідуально бесіди з ним, з'ясовується вивчення його як особистості. Мало того, визначається рівень його придатності не тільки за станом здоров'я, а й за психологічним розвитком. Чи ну раніше, так, коли в Радянський Союз була така практика, приїздили покупці, яких називали так раніше офіцери з якихось військових частин, вони відбирали для себе саме вже за профілем, скажімо так, служби. Збережена ця практика, є таке зараз, чи вже всі йдуть? Значить, на обласній медичній комісії, на обласному збірному пункті з кожним проводить бесіди представник військової частини, де в подальшому планується для проходження військової служби юнак. І є можливість потрапити туди, ну, куди хочеш, наприклад, хтось там мріяв стати артилеристом. Ну, він саме туди може потрапити. Звісно, пріоритетним вважається бажання. Значить, хлопця з визначенням його подальшого, скажімо, проходження військової служби. Хтось для себе визначає Збройні сили, сухопутні війська, повітряні сили, хтось інші військові формування, це нагадую, Національна гвардія України, Державна спеціальна служба транспорту. Значить, з'ясовуємо бажання виключно кожного призовника. Це добре, хай служать там, де вони себе бачать, скажімо так, і набувають тих навичок, які хочуть вони. Сьома хвиля мобілізації – дуже зараз таке питання, яке обговорюється. Так, буде, не буде, якщо буде, то яким чином, в які строки, скільки буде людей, що ви можете як спеціаліст сказати з цього приводу? Значить, що стосується такого актуального питання, як сьома черга часткової мобілізації на території Миколаївської області, кожний день, значить, обласний військовий комісаріат зустрічається, значить, з різного роду запитами там і громадськими, і від юридичних, і фізичних осіб. Що скажу, значить, на дане питання. Всі ми розуміємо, що пройшла в нас перша черга часткової мобілізації, друга, третя, четверта. У нас розпочалася минулого року, 20 січня, відповідно указу президента України. І всі ми розуміємо, що ті люди, які призвані нами на військову службу при мобілізації, вони потребують заміни. Їх необхідно повертати в свої сім'ї, скажімо так, в родини, на місця роботи, значить, повертати їх до мирного життя, скажімо так. Яким напрямком ми підемо в наступному році, буде доведено до нас окремими розпорядженнями начальника Генерального штабу, значить, оперативного командування і таке інше. Планово проводиться робота військовими комісаріатами Миколаївської області щодо виклику військовозобов'язаних громадян України до місць перебування на військовому обліку. Значить, з метою з'ясування, значить, стану їхнього здоров'я, проведення військово-лікарських комісій, значить, з'ясування підстав, чи підлягають вони призову при мобілізації, чи вони підлягають там, значить, так, відстрочкам. З'ясовується їхній стан здоров'я, місця роботи уточнюються, місця проживання,
значит, склад семьи и таке інше. Сереж, я вот по мобилизации еще к вам хочу обратиться. Среди ваших коллег, среди ваших товарищей есть люди, которые, в принципе, ну, естественно, они понимают, да, что ну, тут уже процесс такой, что это нужно будет сделать, и когда-то наступит эта седьмая волна. Готовы ли, может быть, пойти добровольно? То есть уже как-то готовятся? Или да, же... я с ребятами, со многими разговаривал. Вот, процентов, наверное, 80 хотят. Вот, то призываться раз, уже да, в январе, это да. Это же из тех ребят, и которые были. И планируется там. В следующем году существенное поднятие зарплаты, mm-hmm. вот вообще в Збройних силах. И многие планируют потом дальше уже связывать жизнь свою с армией. Вот. Как раз мы и переходимо до питання контрактної служби. Наскільки, що робиться зараз для того, щоб контрактна служба ставала ще більш популярною, для того, щоб хлопці, які, наприклад, йдуть до війська на призов, так, на строкову службу, залишалися? Чим ви їх заохочуєте? Можливо, одразу ж при призові розповідають їм, що як буде далі, щоб вони вже замислювалися над тим, що через рік можна буде продовжити? Значить, ну, враховуючи досвід проведення часткової мобілізації в 2014-2015 роках, керівництво як і держави, так і Збройних сил вважає і визначило пріоритетним напрямком та основним, скажімо так, джерелом комплектування військових частин особовим складом, значить, військової служби за контрактом. Ну, з цією метою керівництвом Збройних сил постійно вживається ряд заходів, скажімо так, спрямованих на підвищення мотивації громадян для вступу на військову службу за контрактом. Це безліч різного роду заходи, ну, основними такими, скажімо так, на даний час це заключення, при заключенні контракту передбачено одноразову грошову допомогу особам рядового складу 8 мінімальних заробітних плат, особам сержантського старшинського 9 мінімальних заробітних плат і особам офіцерського складу 10 мінімальних заробітних плат. Введено поняття короткострокового контракту терміном на 6 місяців. Значить, запроваджено присвоєння первинного військового звання молодшого лейтенанта військовослужбовцям рядового сержантського складу. Запроваджено порядок призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий досвід. Значить, крім того, постійно проводиться рекламна робота, скажімо так, Миколаївським обласним військовим комісаріатом для бажаючих осіб, проводиться виявлення бажаючих осіб заключити контракти для проходження військової служби. І одним із напрямків це є робота представників військових частин в Миколаївському обласному військовому комісаріаті, в районних військових комісаріатах області щодо цілеспрямованого, скажімо так, пошуку осіб, які перебувають на військовому обліку з метою, значить, рекламування військової служби в тій чи іншій частині. Воно також дає позитивний результат в даному напрямку роботи. Зарплати – це дуже добре, змога розвиватися, підвищувати свій кваліфікаційний рівень – це також надзвичайно важливо, але все ж таки людина, яка вже йде за контрактом, так, це людина, яка свідомо обирає цю професію, і це люди, у яких вже з'являються сім'ї або вже є житло. На этот вопрос? Да. Воинские да, части. Отлично. Да, да. Давайте. Что есть, же они отвечают? Есть статья на поднаем жилья. Угу. В Николаеве это порядка 2000 гривен. А с этим есть проблемы, потому что, опять же, судя из сюжетов по национальным каналам, у нас в области, я, в принципе, так не помню, чтобы как-то остро, да, этот вопрос стоял. Может быть, просто не говорят об этом, может быть, действительно, слава богу, все в порядке. Но была прямо серия сюжетов из разных областей о том, что, ну, не просто не выполняется, там люди годами просто не получают эти деньги. И, ну, к видно, большому это все уже сожалению, да, и, насколько вот сейчас знаю, вот на да? сегодняшний да. день, mm-hmm. утром у меня вот ребята, мои знакомые, сейчас сдают документы, у кого нет mm-hmm. своего жилья, сдают документы, им будет выплачиваться. Ага, то есть только перспектива появилась, да, им просто сказали о том, что вот, ребята, вот. Точно все будет решено, да, или скажем же так, кто-то позвонили сверху есть? И сказали быстро что, всем что, все что собрать, потому что деньги mm-hmm. будут платить. Прекрасно. Значит, там есть визначений порядок компенсации за піднайом житла, там для початку військовослужбовців
потрібно стати на чергу. На чергу, на квартирний облік. На квартирний. А борги, які накопичились, також їм будуть компенсовані? Якщо він стояв це час, так, то так. Я думаю, ну, якщо він винаймав житло за своє і стояв у черзі, а кошти були власні. Я ні на швім, ніякої часті, тому я поки не знаю. Сьогодні дуже непосредственно, коли буде заключатися контракт по виплаті, тоді от з цього моменту і буде. Тобто вже як-то ставимо долги должникам нашим, да? На даний час, наскільки мені відомо, то заборгованості немає за даною статтею. Добре. Ще про контрактну службу. Наскільки розвиток можливий професійний от за той період часу людина підписала контракт, так вона вже... Спочатку вона прийшла на срочну службу, так? Да? Ага, уже є, так? Да, отлично. Процентів 10 призвала, там, в одній з воїнських частей Ніколаєва. Угу. От, там, ну, підрозділення, да, которое я знаю. Так. От, пришли сначала срочники. Угу. Вот. На вопрос, если будет война, пойдете ли воевать? Там... Ну, сложно, да, ответить сложно сразу, было ответить. Тем более это представить сложно, да, молодому человеку. Потом начались занятия. Вот, ребята уже, ну, так это, опыта набирались, вот, понимали, зачем они здесь. Вот. И сейчас уже многие из них подписывают контракт для того, чтобы поехать в АТО, съездить. Вот. И весной планируют... Половина из них оставаться. Это точно, нет, 10% подразделения уже осталось на контракт. Угу. Либо сейчас готовят еще документы. То есть, если подписываешь контракт для службы, прохождения службы в зоне антитеррористической операции, вот то он, уже что? Он пришел на срочную службу. Так. Дальше, он решает выбрать профессию. Определенную, да? Да. Угу. Буду служить дальше, посвятить себе свою жизнь этому. Сейчас вот 10% уже подписали контракт. Угу. Почти все сейчас пишут рапорта на то, чтобы их отправили теперь в зону АТО. Угу. Вот, чтобы набраться еще там, знаете, боевой опыт ничем не купишь. И весной планируют поступать уже в высшее учебное заведение, угу, дабы был карьерный рост. Если высшее учебное заведение по какой-то причине... Контрактник, когда идет в учебное заведение выше, угу, он уже будет получать зарплату свою. Крайнюю, которую он получал, он будет получать на протяжении 4 или 5 лет, в зависимости от факультета. Это те ребята, которые хотят стать офицерами, если, да, он не планирует стать офицером, а просто хочет, допустим, там быть служить прапорщиком, сержантом и служить, он может все-таки развиваться? Потому, конечно, что, ну, конечно. Что-то ему научили, ну это же не может быть бесконечно, нет, правильно, технологии курсы, вперед. Учебки, курсы, да. Сейчас, видите, больше же такая европейская, или даже, может, как, наверное, больше... Со Штатов перенимают. Американская, да, система. Да, больше американская система. Mm-hmm. Вот, и будут постоянные курсы переквалификации, переподготовки. Даже система оценивания ежегодно тоже уже изменилась. Mm-hmm. Хорошо. Олечка, мы встречаемся неоднократно и в этой студии, и наши телезрители, вы, конечно же, можете видеть в новостях, телевизионных новостях Николаевщины, сюжеты о том, что делает общественная организация, делает она много, как работает, что делается вот за период времени какой-то, допустим, несколько месяцев. Давайте с лета начнем. Да? Что было сделано, какие успехи были, какие еще проблемы вы увидели? Может быть, появились новые, может быть, со старыми пока еще не разобрались. Вот в чем состоит работа сейчас? На самом деле мы как продолжали, так и продолжаем заниматься поддержкой в первую очередь семей погибших и без вести пропавших. К сожалению, список у нас увеличился. И, соответственно, больше есть потребности, потому что есть некоторые семьи, где детки болеют, им нужно оплачивать реабилитацию, специальную обувь и так далее и тому подобное. Это все требует, конечно же, затрат. Также мы продолжаем заниматься помощью нашим военнослужащим, которые... находятся на востоке. Сейчас немножко поменялась тенденция по запросам, теперь более актуальны стройматериалы, более остаются актуальными химия, то есть это все, что порошки, стиральные, моющие, одноразовая посуда. Слава Богу, запросов о теплой одежде практически уже нет. То есть единицы действительно есть подразделения, стараемся решать уже напрямую через Киев. Также у нас
В октябре при администрации мы открыли центр допомоги учасникам антитеррористической операции. Мы с Сережей являемся координаторами этого центра. Также туда входят Лариса Снегур, Неля Яровенко, Руслана Мороз и Тимофей Валентин. Успешно открылись, успешно работаем. Уже более 1000 демобилизованных проанкетировано. Многие вопросы, с которыми ребята сталкивались, мы сейчас решаем. Многие уже закрыли. Это радует. Радует активность непосредственно демобилизованных, потому что практически в каждом районе создаются свои спилки. То есть ребята собираются, активизируются и помогают другим, те, кто менее, скажем, активны. Вчера мы запустили акцию в 4-й школе-интернат. Будем надеяться, что это будет всенеколаевская акция. Называется она «Чаренье дзвона Святого Миколая». Это нам передали пустые коробочки, очень красивые, для того, чтобы мы могли разные школьные учреждения заполнить их, и мы могли передать непосредственно семьям участников террористической операции деткам, чтобы детки открыли на День Святого Николая и увидели то чудесное, да, и приятные эти вещи, которые им соберут непосредственно в семьях школьники. Продолжаем работать активно. Сейчас стараемся большая часть уделять внимание, это в первую очередь семьи погибших и демобилизованные, так как сейчас очень важно стоит еще и психологическая кризовая допомога. Стараемся при поддержке обладминистрации, хотим в 2016 году запустить в каждом районе именно кризисную службу, чтобы там работали представители, которые пройдут непосредственно курсы, переквалификацию и смогут оказывать психологическую помощь не только демобилизованным, но и семьям, потому что зачастую иногда больше надо жене и маме помощь психолога, нежели демобилизованному. Кстати, по поводу психологической помощи, вот вчера буквально в Фейсбуке, в социальной сети, да, Илья Шполянский, все мы его знаем, он был в зоне антитеррористической операции, он служил, сейчас он вернулся в Николаев, опять возглавил свой летопис, это замечательно, вернулся к мирной жизни, и вот он писал о себе, но как бы потом в комментариях, да, это вылилось в очень бурное обсуждение, потому что действительно привыкнуть, даже Илья, который вот сам по себе его очень давно знаю, у которого, во-первых, сильнейший характер, во-вторых, сильнейшая закалка, потому что он вырос в семье священника, то есть у него уже восприятие, да, немножечко другое, чем, допустим, у человека, который, может быть, не такое внимание в семье его уделялось какому-то духовному развитию. Но Илья даже о себе пишет, о том, что ему сложно справиться с раздражением, с какой-то обидой, даже на близких, которые вот они не понимают, да, я им говорю, вот я вот так чувствую, а они не понимают, и объяснить это очень сложно. Опять же, вот в комментариях вылилось большое обсуждение, там участвовали и психологи тоже, о том, что да, нужна вот эта вот работа семейная. Насколько вообще семьи хорошо идут, вот вы из тех людей, которые вы назвали в центре, да, помощи военнослужащим, Руслана Мороз, это психолог, насколько вот эта семейная терапия, она востребована, потому что, ну, заставить, допустим, даже мужа и жену прийти и признаться в том, что у них проблема, даже кому-то близкому, даже подруге, даже другу, очень сложно, а тем более психологу, которого ты там, ну, в крайнем случае, второй раз в жизни видишь, и то первый был по телевизору. Насколько востребовано, как вы это делаете? Проблема в том, что у нас, к сожалению, в голове сидит то, что если ты обращаешься к психологу, да, значит, с тобой уже все, что-то кошмар. Не в порядке. На самом деле, все нормально. Психологи – это в первую тоже очередь люди, которые действительно знают немного больше о том, что творится у нас внутри, и могут подсказать нам те ключики, да, которые решат многие проблемы. Могу сказать на своем примере, так как в 2014 году муж мой был ранен, я приехала в киевский госпиталь, начала за ним ухаживать, с ребятами, и столкнулась тоже
в какой-то период с закрытостью, с раздраженностью. Мне повезло, на данный момент со мной разговаривали на тот момент врачи, и мне последовательно это все объяснили. То есть я уже была готова, и я понимала. Хотя иногда, честно, нервы не выдерживали, выходила из госпиталя просто слезы ручьем, потому что это было тяжело действительно выдержать морально. Но вот именно тот алгоритм был разложен, и я понимала, что это нормально, нам нужно просто пройти. Далее, когда мы вернулись домой, был период адаптации ребенка, потому что ребенок очень долгий момент нас не видел. Мы скрывали от него то, что произошло. Ребенок был на нас обижен. И здесь мы уже столкнулись с тем, что теперь нам нужно объяснять. Вести, да. И ребенок закрылся. Тогда мы приняли решение, действительно, благодаря той же Руслане Мороз, Татьяне Цукановой, позаниматься. В этом нет ничего страшного. На самом деле это очень много помогает, и я скажу, даже это больше открывает вас как семью. Нас столько можно делать замечательных вещей вместе, с таких крупиц, узнавать больше о своем ребенке, о каждом из вас. То есть заново открываться, я считаю, что не стоит бояться. К психологу у нас обращаются. Психологам вообще девочки очень молодцы, они открылись уже больше года, работают, их 12 человек. Они поделены на тех психологов, которые ездят в зону АТО, которые непосредственно занимаются семьями погибших и детками, занимаются семьями и отдельно с демобилизованными. Сейчас мы уже пришли к тому, что многие демобилизованные обращаются к нам, спрашивают, вот я не хочу, чтобы кто-то знал, мне нужна помощь. Мы тихонечко передаем его номер, с ним связывается психолог, и мы уже не знаем дальше, то есть просто нам психологи говорят, да, мы работаем, все, самое главное, что контакт есть. И уже когда психологи налаживают с демобилизованными и мобилизованными связь, тогда потихоньку уже мужчины приходят к тому, что вот нужно, может быть, и жену подключать. И на самом деле жены соглашаются на это. Да, еще тяжело прийти морально к этому, потому что вот стоит вот этот стереотип о том, что это есть не норма. Я надеюсь, что вот в течение года мы сможем все-таки уже открыть эти кризисные службы, они смогут заработать, и ребята смогут делиться опытом о том, что приди туда и сохрани свою семью, потому что, к сожалению, просто многие семьи разбиваются, и Сережа свидетель тому, потому что он служит и продолжает общаться с многими ребятами, к сожалению, просто не выдерживают, потому что не понимают, что происходит с друг другом. Начинаются те притерки, которые не должны быть, в принципе, просто вот... Ну, потому что меняется жизнь обеих сторон, вообще полностью меняется. По Союзу, насколько вообще вот у вас активная работа сейчас? У вас в каждом районе есть такой союз? Нет, вот больше сейчас уже в обладминистрации вместе работаем. Ну, у вас как Рычагов... область сюда, да, охватываете. А в каких районах есть свои, которые вот с вами взаимодействуют? Все, на звонке общаются, коммуникация, в принципе, полная. Ну, вот я знаю, в Николаевском районе вот сама общалась с головой, да, у них сохранился такой союз? Вот они спілку військовослужбовців Миколаївського району створювали в прошлом году. Не знаю, кто делал. Есть у них. Да, у нас есть несколько, у нас есть несколько спілок. К сожалению, вот то, о чем я зачастую стараюсь ребятам тоже говорить, когда спілки объединяются, я их прошу, не создавайте 10 разных спілок. Создайте одну единую, которая будет вот таким механизмом, да, в решении многих задач. Ребята еще все-таки вот самостоятельно решают, пробуют, открывают, замечательно. Самое главное, чтобы была координация между ними. В телефонном режиме. Там представитель был, он учитель физкультуры, мальчик-выпускник Сухомлинского. Фамилию, вот закончится эфир, поднимемся ко мне, я вам скажу, кто это был. Может быть, он с вами и сотрудничает, просто вот вы пока еще не знаете. Ну, насущные проблемы, которые были, это вот осень у нас было поступление в вузы. Ребята не могли поступить, сдать ЗНО физически, да, было обращение, это еще весной. Петр Алексеевич приезжал, вот, и я ему этот вопрос озвучил, он говорит, хорошо, что придумаем. Были внесены изменения, вот, и ребята смогли, я знаю, сейчас человек 30 уже точно учатся в вузах,
Вот их взяли без ЗНО, они поздавали экзамены при институтах. И я так понимаю, что почти все пошли на бюджет. А получение документов об участии в боевых действиях сохранилась, эта проблема? Проблема есть, но не такая уж и большая. Почему вот до сих пор? Ну вот насколько? Потому что уже сколько мы о ней говорили, даже вот в этой студии, в таких программах, что и все понимают, что это надо делать. Не-не, сейчас уже ребята, да, вот перед дембелем уже хотят получить. Половине уже готово, ну вот по некоторым частям, потому что уже готовы документы. До половины, это те, которые будут демобилизироваться вот этой волной зимней, половины уже будут сразу документы, может быть, половина будет в военкоматах. Да, таких вопиющих, которые были в прошлом году о том, что месяцами, там полгода, уже, год уже закрыли. Получить. Харьков у нас был, Харьковская все нацгвардия. Ты понял, что все, вопрос уже. Единицы, там чуть-чуть. Есть, но там больше проблема в том, что ребята были в Сочи, то есть отправлены, да, большая часть заключается в том, что где-то сами демобилизованы виноваты, то есть есть там отпуск, надо разбираться. Да, есть отпуск 10 суток, и когда ты приезжаешь в часть, прибываешь через 12, это есть уже нарушение. И все должны четко, все взрослые люди понимают о том, что это есть уже нарушение. Единичные случаи есть, частные. С ними мы разбираемся, стараемся найти компромиссы. Военкоматы, части, Министерство обороны, стараемся эти вопросы закрывать. Они уже не такие кричащие, и нас это радует. Вот я добавлю. По военкомату, значит, да, пожалуйста. На эту тему. Эта работа триває на військовому комиссариате постоянно. Щонеділі заседает комиссия щодо надання статусу учасника бойових дій. Основная проблема – там існує, це не повний комплект документів. Значить, це не достає або витягів наказів командира військових частин про перебування в тій чи іншій місцевості. Значить, ну, в даному напрямку постійно ми направляємо запити військової частини, з'ясовуємо по кожній особі практично. Ну, це рішаємо? Рішаємо. От якщо немає цього витягу? Есть процедура, невозможно. Да. А что тогда, какая-то альтернатива? Есть, человек же там был, ждем. Ждем, придет. Иногда части перемещаются в зоне АТО, поэтому будет тяжело словить. Да, там же это все-таки она не на одном месте находится. Ну, в принципе, решаем вопрос, да? По Союзу, вот что вы сейчас делаете, какие у вас планы, что бы хотелось еще сделать, и какая задача поставлена? Вместе с, там, скажем так, был на... Не знаю, нельзя это назвать тендерной комиссией, но запустился проект о переквалификации демобилизированных. Это важно, да, это профессия, это будущее. Да. И как это выглядит? Как вплоть до питания и жилья в общежитии. Угу. Это все через Созахас будет проходить. С какими-то знаю, учебными заведениями уже. Да, это ПТУ, которые, либо техникуми, которые подавали комплект документов. Расписан был кашторис по профессиям, по материалам, которые будут на материальную часть потрачены, и общие суммы выбиты. Единственное, что от меня была поправка, это вот в автошколе, чтобы ребята могли пойти в автошколу и получить права. Бесплатно. Первая группа уже работает. Вот. Проект, насколько он популярен, то есть насколько все сказали, вау, классно, я хочу туда попасть. Ну, чтобы вы понимали, за два дня, за два дня группу в 30 человек укомплектовали. За два дня. И уже многие звонят и просят январь, февраль, когда будет еще, чтобы тоже пойти учиться. Потому что в армии есть тоже профессия водителя, либо когда призовут, ну, в жизни всегда пригодится. Кто-то пойдет в армию, да, эта квалификация ему пригодится, кто-то останется дома, да, работать. Тоже она пригодится, насколько потом с трудоустройством будет легко, сложно, в случае, допустим, каких-то сложностей, насколько вы сможете помочь человеку все-таки трудоустроиться. Вместе, с, допустим, с тем же, с той же соцзащитой, может быть, центром занятости. Да. Если центр занятости с ним проводит беседу, и бывает такое, что человек приходит и говорит, я хочу работать, но я не знаю, что я хочу от этой жизни. Ему садят психолога, который с ним разбирается, вот, находятся его сильные стороны, качества, вот, ну, морально-психологическое состояние человека, и куда у него, на полностью. Ему тогда говорят, на какую профессию ему лучше
переобучиться, либо вообще выучиться заново. С высшими учебными заведениями, возможно, кто-то не имел когда-то возможности, да, поступить, или же там что-то ему мешало, или тоже вот собирался поступать, ну вот тут случилась такая ситуация, пошел в армию, был мобилизован. Есть такие ребята, которые обращаются, вот там, может быть, я хочу поступить, да, может быть, уже, мне кто-то поможет. Уже есть на следующий список. Учебный год. Уже это на только наше учебное заведение, или же у вас все-таки есть связи с другими областями, Винница, с такими же союзами? Донецкий МВД поступил, ну, переехал туда. У меня там вот два мальчика учатся. Оба на юристов. Харьков. В принципе, весь комплект институтов, есть выход. Ну, знаете, как оно, волонтерское движение, все друг друга знают. Да. По еще волонтерскому движению. Вот, Олечка, вы сказали о том, что да, изменились приоритеты, если раньше действительно нужны были просто чисто бытовые вещи, вот там курток до ботинок, хотя вот так мы находимся, да, на телевидении наше, возле нашего автовокзала, очень часто приезжают ребята, мы их видим и на рынке тоже встречаем, и вот я так заметила, они ходят и все-таки себе покупают что-то еще. Ну, допускаю, что это просто, чтобы еще было, потому что действительно в таких условиях... Комплект формы выдается один, да, а если надо постираться, нужна подмерка. Может. Но это не связано с тем, что вот катастрофически не хватает. А у вас нет такой информации? Я не могу сказать, что... Я неделю назад был на широком плане на учениях. Скажем так, работали с одной из воинских соединений. Да? Вот. При мне завезли две машины Берц новых. Обуви им раздавали. Качественные. Ну, да, вот новые, самые новые, которые... Делаем акцент на том, что качественные, да, не просто. Угу. Вот. Ну, уже новые вот эти рыжие берцы им привезли, выдавали. И я так понял, что на подходе были еще новые вещи, форма, бушлаты, термобелье. Ну, весь комплект. К сожалению, тыловые службы еще иногда стопорят этот вопрос, да, по заказу непосредственно, потому что так как одета та или другая воинская часть, в первую очередь зависит от тыловой службы, от того, как они заказали, оформили непосредственно заявки. Дальше, проблемы есть, я не могу сказать, что вот все идеально, к сожалению, они есть, мы стараемся точно так же точечно их решать через Министерство обороны, понимать, почему в той части нет того-то, того-то. Большая проблема заключается вот по тыловому именно. Проблема в том, что выдается один комплект, и Сережа объяснил, да, что нужно постираться, или ты сутки простоял под дождем, и возможности снять ее передеть нет. Мы надеемся на то, что сейчас еще будут все-таки новые реформы по снабжению непосредственно ребят, и в ближайшем будущем все-таки решится этот вопрос не так быстро, к сожалению, как мы даже хотели, не так быстро, как хотят военные, потому что реформы, понимаете, когда мы немножко начали сталкиваться с этим внутри, очень действительно большая проблема бумажной волокиты, очень большая проблема о том, что получить ту или иную бумажку, тебе нужно собрать 10 подписей, и как минимум 10-й будет в отпуске или заболел. Ну, к сожалению, вот сталкиваемся с такими моментами, что говорит тогда в Министерстве обороны. Все потихонечку стараются структурно менять. Не так быстро, как хочется. Будем надеяться, что все будет происходить так, как вы того хотите, и как все мы хотим, и мир наступит в нашей стране как можно быстрее. Одна минута остается. Мы встречаемся накануне двух праздников. День вооруженных сил и День волонтеров. Я вас поздравляю всех с этими двумя праздниками, потому что каждого касается и тот, и другой. Желаю здоровья, желаю успехов, желаю сил. Сил для того, чтобы вы выдержали все, что случилось в вашей жизни. Дальше будет только лучше, чтобы было больше людей, которые вас поддерживают. А у вас есть возможность обратиться к своим коллегам, своим друзьям, просто к людям, и тоже сказать хорошие слова. Пожалуйста. Значит, хочу на 30 секунд буквально в теме видеть. 15. На 15, так, всім відомо, що за ініціативою обласного військового комісаріату та за підтримки обласної державної адміністрації, значить, у нас створений Миколаївський обласний союз ветеранів та учасників АТО.
Будь ласка, всі демобілізовані ветерани, учасники антитерористичної операції, не звертайтеся до районних військових комісаріатів з надання будь-якої консультації, будь-якої підтримки чи допомоги на місцях. Значить, в кожному військовому комісаріаті є соціальний працівник, на якого покладені обов'язки в даному напрямку. Значить, в кожному районному військовому комісаріаті. Нагадую, що стосується Дня Збройних Сил України, від імені обласного військового комісаріату вітаємо всіх військовослужбовців та всіх громадян, які віддали свій конституційний обов'язок по захисту суверенітету і недоторканості нашої батьківщини. Я вам бажаю миру, добра, злагоди, щастя, здоров'я вам, вашим сім'ям. Дякую, Оля. Буду предельно краткой. Хочу пожелать нам всем мира и благополучия. Мирного неба и здоровья всем. Благодарю вас за то, что вы были в нашей студии. Приходите к нам еще. Очень хочется вас видеть здоровыми, сильными и вдохновленными тем, что вы делаете. Оставайтесь такими же, какими вы есть, потому что лучше уже, я не знаю, лучше пожелать уже нечего, просто еще какого-то улучшения. Будьте такими, как вы есть, а вы есть прекрасными людьми. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Нехай так буде і надалі. Я прощаюся з вами до нашого наступного ефіру, до нашої наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв».